Ми завжди наголошуємо на тому, що отримувати інформацію потрібно тільки з офіційних джерел. Зараз ми маємо таку змогу отримати саме з офіційних джерел інформацію щодо ситуації на Дніпропетровщині. Адже запрошуємо у студію Геннадія Кормана, керівника центру тероборони Дніпра. Доброго вечора, ми з України. Здравствуйте, Здравствуйте, Геннадий Здравствуйте. Олегович. Здравствуйте. 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 Геннадий Олегович, наш главный вопрос, который всегда задаем вам первым. Изменилась ли ситуация в области по направлениям? Да нет, в области все стабильно, все хорошо. Рубежи по-прежнему усиливаются. У нас все нормально. Работаем над усилением противовоздушной обороны для того, чтобы избежать возможности попадания ракетными ударами. Вот поэтому, в общем-то, укрепляем обороноздатность. Это тот случай, да. когда отсутствие новостей уже хорошая новость. Ну, в каком-то смысле, да. да. Ну, это то, что касается области. Но области. плохая новость то, что в среду у нас все-таки случились прилеты, ракетные удары. Конечно, об этом говорят да. и переживают. Пострадало три человека. А что по инфраструктуре городской? Инфраструктура работает в порядке, все стабильно. Ну, именно из-за ракетных ударов? Нет, из-за ракетных ударов ничего не повреждено. В общем-то, в инфраструктуру пока не целились. То есть, в общем-то, цели у противника остаются те же. Мосты, это коммуникации, станции, железнодорожные. Но мы как бы позаботились об этом, пытаемся защитить это максимально. Надеемся, что удастся избежать ракетных ударов по этим коммуникациям. Но Гарантию как... дать сложно. Конечно. Вот тут, Но. как раз речь о том самом ПВО, да, усилении, то, что вы говорили да. изначально. То есть, если, допустим, сравнивать ситуацию си сейчас э, с защитой воздушного пространства и начала войны это разные две ситуации. Да, конечно, безусловно. Во-первых, увеличилось количество средств противовоздушной обороны, во-вторых, -во как бы. Был применен определенный интеллектуальный опыт различных людей, специалистов, физиков, радиотехников и других специалистов, которые в занимаются, ну, будем так говорить, ложными целями да, для этих ракет, для того, чтобы э, сбить их с цели. Будем так говорить. Это Поэтому, военное да. искусство, тут да. тоже нужно разбираться очень хорошо. Да, да. да. я да. думаю, что зрителю не нужны подробности. Абсолютно верно. Абсолютно... А, что зрителю нужно знать? А, а, да. Все-таки есть надежда, что благодаря вот этому дооснащению больше да. ракет будут сбивать над областью? Ну, конечно, безусловно. И сейчас мы еще продолжаем работать над этой системой, разворачиваем дополнительные системы. Не могу говорить, какие, но они разворачиваются по всей области для того, чтобы у наших военных, которые занимаются противовоздушной обороной, было больше возможностей для своевременного реагирования, будем так говорить, на те прилеты, которые, или на те цели, которые намечены нашим врагом. Геннадий Олегович, но с воздуха э, угроза не только ракета, а также беспилотники вражеские, которые пытаются да. исследовать нашу область. И тут, слава богу, я так понимаю, сбиваем. Сбивают, э, да. Беспилотники сбивают. Действительно, периодически залетают без, беспилотники. На прошлой неделе был сбит беспилотник, на этой неделе были сбиты беспилотники. Э, здесь работают, поэтому, ну, что... Боремся, продолжаем. А можно да. ли узнать, не секрет, секретно ли эта информация, как это происходит? Это тоже ПВО срабатывает или это каким-то другим образом? Нет, это срабатывает ПВО, сбивают различными другими средствами, потому что в принципе некоторые беспилотники летят достаточно низко, их можно сбивать при помощи там более легких, легкого вооружения, да, будем так говорить, то есть тратить серьезную ракету С-300 на беспилотник, это было бы неразумно. Да? Поэтому в основном средства ПВО тратятся на авиацию, которая возможно может летать, но она не летает над нашей областью, а практически российские военные перестали применять авиацию, ну будем так говорить, в редких случаях в основном они применяют стратегическую авиацию, которая не залетает на территорию Украины, а делает пуски ракет с территории России. То есть они поднимаются, эти бомбардировщики, над Курском, над Белгородом, там кружат и оттуда делают пуски ракет по территории нашей страны. То есть они стараются не залетать. Вот, потому что, в общем-то, ПВО достаточно уже сбито больше, по-моему, 200 самолетов российских различных суда штурмовых и бомбардировщиков и так далее поэтому они уже начали считать свои самолеты беречь их вот и соответственно конечно вот пока пока вот 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 так спасибо Спасибо, да. Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую общину, и, и грады, громадные. и ураганы, то, о чем мы и не слышали, гражданские и не знали. Почему такое упорство? Будут ли они дальше это делать? И много ли там осталось тех, кто не уехал, не выехал из общины? Ну, смотрите, мы уже это обсуждали неоднократно, то есть есть... Вот такие вот у нас приграничные зоны, да, это Херсонской области, которая Херсонская область граничит с югом Днепропетровской области, в частности Кривой Рог. Вот. И там, безусловно, периодически наши военнослужащие выдвигаются вперед. Соответственно, противная сторона ведет предупредительный огонь, ведет обстрел приграничных громад Днепропетровской области. Это Костромка, Малая, по-моему, Костромка, Зеленодольск. Но это как бы вот такой вот одновременный и террор и предупредительный огонь для того, чтобы жители громад, безусловно, испытывали большой дискомфорт в этом смысле. Такой же предупредительный огонь ведется на границах там, где остановили в Запорожской области. То есть это Пологи, это Гуляйполе, это Орехов. Там тоже происходят вот такие вот обмены ударами, в том числе артиллерийскими. Ну, это, так сказать, они таким образом показывают, что они присутствуют, что у них есть огневая поддержка у наших противников. И их будет достаточно, будем так говорить, сложно сдвинуть дальше или сдвинуть ниже. Поэтому, ну, очевидно, это к этому готовится генштаб, я не знаю всех замыслов, но, конечно, юг пора атаковать и пора контратаковать, пора освобождать, что, потому что мы видим, что противник на юге, в южных областях, в Херсонской, в Запорожской области окапывается, переходит в глубокую оборону. И, соответственно, чем больше мы тянем с контратакой, тем сложнее их будет оттуда выбивать. Вот достаточно неплохие успехи на фронте. Э, 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 так сказать, на э, да, Слободе, это Харьковская область, Слобожанщина, да, то есть, в общем-то, в части территории на севере наши войска вышли к границе с Российской Федерацией. Э, остановлены э, российские оккупанты под изюмом. То есть у них нет э, дальше, э, будем так говорить, мощи, воли продолжать э, атаки на этом направлении. Для нас это хорошо, потому что это, се... это прикрывает э, э, север нашей области со стороны Новомосковска. И там достаточно хорошо укрепились, туда подошла импортная артиллерия, э, она уже работает. Вот, и в общем-то, здесь мы чувствуем себя достаточно уверенно. Хуже всего дела на Донбассе. Э, имеется в виду Луганская область, Рубежная, Северодонецк, Лиман. Там, конечно, просто противник зверствует, большие потери несет и сам, и наши войска тоже несут потери, к сожалению. Мы получаем каждый день в Днепр приводят, привозят э, погибших наших военнослужащих, вот, поэтому там пока ситуация напряжена. Вот примерно такие дела на фронте. Очень хочется встретиться с вами здесь в студии, услышать вот как про харьковское направление по всем направлениям, да. что врага теснили ну, границы. Надо терпения, мы должны набраться терпения. Война это не быстрое дело. Мы ждем, э, наши войска ждут подкрепления, формируются резервы какие-то, они требуют времени для подготовки, для слаживания. То есть нельзя солдата научить воевать за неделю или за две. Потому что вот мы с этим столкнулись. Некоторые батальоны территориальной обороны были выдвинуты на первую линию, не на, не на нулевой рубеж, а на первую линию. То есть они стоят за войсками, регулярными войсками нашей армии. Но туда постоянно прилетает артиллерия, обстрелы и, конечно, многие не готовы, э, несмотря на то, что они проходили слаживание в течение там, месяца, да, многие оказались не готовы к, к такому воздействию да, э, военному. Многие испугались, многие дали заднюю. Бывает такое, поэтому заново проходят слаживание. По подготовку. Поэтому те резервы, которые формируются, их обучают уже, чтобы они не боялись танков, не боялись артиллерийских обстрелов и так далее. На это необходимо время. Это нельзя сделать за неделю, за две и даже за месяц, как показывает практика, этого нельзя сделать. Поэтому мы ждем формирования резервов, мы ждем, опять же, приезда импортной техники, она продолжает поступать, ленд-лиз подписан американцами, и, и англичане тоже очень помогают. Поэтому ждем, пока в основном поступает оружие оборонительного характера. Но надеюсь, что в каком-то обозримом будущем, ближайшем, начнет поступать вооружение наступательного характера. Вот. Ну и тогда уже мы посмотрим, будет ли действительно перелом на фронте и будет ли потеряна инициатива э, российскими войсками оккупационными. Надеемся, что так оно и случится. Ну и по поводу ситуации в нашем городе. Вчера были сообщения, что на левом берегу нашли то ли мину, то ли растяжку. У вас наверняка есть информация по этому поводу. Вы знаете, нет никакой информации у меня, наверное, не подтвердилось. Ну, это да, тоже... Отсутствие да. у вас новостей в данном случае да, точно то есть, хорошая не по идее, новость. идее, я бы знал, если бы там что-то нашли. Может быть, э, бывает иногда задерживают... Знаете, тут бывают разные случаи. Бывает так, что полиция, которая осуществляет весь э, пропускной режим, вот вплоть до Донецкой области, до других областей, иногда даже часто задерживает волонтеров, которые везут на фронт патроны, какие-то рожки боевые, какие-то гранаты, ну... Очевидно, знакомым друзьям везут, да, то есть не, не в плане того, что торгуют оружием, а в плане того, что пытаются каким-то образом помочь, хотя, ну, таких вещей на фронте хватает. Но, тем не менее, бывают разные случаи, у людей сейчас на руках много оружия, об этом нельзя забывать, люди должны помнить о том, что у людей на руках есть оружие и быть предусмотрительны в этом смысле, быть осторожны и, самое главное, быть вежливы. Потому что человек, у которого есть оружие, может по-разному отреагировать на ту или иную реакцию человека. Да? Вот, поэтому ну, разное бывает сейчас. Но в основном в городе все спокойно. Еще раз говорю, преступность достаточно на низком уровне находится. Полиция каждый день дает отчет и по преступлениям, которые они раскрывают. Во-первых, раскрываемость очень высокая у полиции. Да? Губернатор, глава военной администрации Валентин Михайлович проводит на эту тему совещание, то есть как бы очень жестко подходит к этому вопросу. Мы против и мы запрещаем, чтобы люди ходили по городу с оружием, потому что город, в общем-то, ведет мирную жизнь. Мы постарались сделать все, чтобы в городе не чувствовалась война. И вы видите, что в принципе это так и есть, за исключением, конечно, тех тревог, которые звучат воздушных. Тут, к сожалению, мы ничего не можем сделать. Вот, поэтому, в общем-то, я считаю, что криминогенная обстановка достаточно контролируемая. Вот, ну, а бывают всякие случаи, конечно. Ну, сегодня такое время, поэтому. За это спокойствие большое спасибо нашим военным, нашим полиции. Вам большое спасибо за то, что вы пришли к нам в студию. У нас был спасибо. Геннадий спасибо. Курман, начальник Центра терробороны Днепра.